Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня сделаем с вами вот такие снежинки. Они напоминают мне зимние узоры на окнах в мороз. Приступим к работе. Квадрат парчевой ленты 4 на 4 сантиметра складываем в треугольник дважды. То же самое со вторым квадратом. Помещаем один элемент во второй, как показано в видео. Все слои должны лежать на одном уровне. Указательным пальцем левой руки ограничиваем начало сгиба. Два свободных угла сворачиваем к себе, от себя и снова к себе, формируя волну. Большим пальцем, удерживая результат, аккуратно сформируем простой острый лепесток, сохраняя полученные завитки. Фиксируем лепесток на терморезке в нескольких местах. Отложим полученную деталь и подготовим три оставшихся элемента для будущего лепестка. Для этого каждый квадрат ленты 5 см дважды сложим в треугольнике и зафиксируем на терморезке. Теперь складываем их друг на друга, отступая 1-2 мм вниз от предыдущего. Далее вложим деталь с завитками и обернем ее, формируя лепесток. Обрезаем лишнее и спаиваем. Изготовим 6 таких лепестков. Из квадрата 4 на 4 сантиметра сделаем 6 лепестков завитками. Принцип такой же, как для первого лепестка. Приступим к изготовлению простых острых лепестков из парчевой ленты 2,5 см. Сложим квадрат дважды в треугольник, на третий раз формируем лепесток. Таких заготовок нужно 36 штук на одну снежинку. Квадрат ленты 5 на 5 см также сложим в простой острый лепесток. Но обрезать и спаивать его будем под острым углом, как показано на экране. И сразу же делаем изгиб вправо, пока срез еще тепленький. Изготовим 6 таких лепестков. Берем такой же квадрат, складываем дважды в треугольник. Переворачиваем его так, чтобы свободные углы были слева. И складываем в простой острый лепесток. Обрезаем и спаиваем под таким же острым углом, но изгиб делаем влево. Также изготовим 6 таких лепестков. Приступаем к сборке на нить многослойных лепестков. Теперь нам понадобятся бусины и мононить. Фиксируем мононить у основания лепестка. Выводим иглу к центру. Нанизываем бусину и вводим иглу через первую волну внутреннего элемента под углом, выводя иглу ближе к центру цветка. Также прошиваем бусинами все 6 лепестков. Приклеим круг фетра на изнанку цветка. В качестве серединки я использовала бусины и бисер.
Как изготовить подобную снежинку, я подробно описываю в мастер-классе, который прикреплен в правом верхнем углу, а также в описании под этим видео. Два изогнутых острых лепестка склеим между собой, соединяя верхние уголки. Острый лепесток с изгибами приклеим между ними внизу. По бокам подклеим простые острые лепестки. Вклеим по лепестку между белым и парчевым лепестками с обеих сторон. Два острых лепестка склеим между собой и соединим в один общий элемент, как показано в видео. Сделаем 6 таких элементов и вклеим их между лепестками ранее изготовленной детали. Укрепляем снежинку отрезками репса 1 на 2,5 см. Приклеиваем их с изнаночной стороны. Прячем изнанку фетровым кругом диаметром 4,5 см. Декорируем кружевом. При помощи универсального клея титан украшаем снежинку полубусинами. А вы часто используете в качестве украшения бусины, бисер и полубусины? Пишите свои ответы в комментарии. Давайте перейдем к долгожданному оглашению победителя в конкурсе. Участие приняли 7 человек и 8 конкурсных работ от них. Большое спасибо вам за участие, мне было приятно наблюдать за вашими результатами по моему мастер-классу. Это был первый опыт проведения подобного рода конкурсов. Я уверена, не последний. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А первое место и приз в виде материалов для рукоделия получает Елена Буренкова с изящной работой «Бантики с символом 2019 года». Которая также выполнила все условия конкурса. Принимайте скорее поздравления, а я свяжусь с вами для отправки приза в ближайшее время. С вами была Мария, и до новых встреч в будущих мастер-классах. Пока-пока!